Итак, ребят, всем привет! Новый сезон EFC, новые баны, новые разбаны, все новое. Будем сейчас немножечко катать. Естественно, целью не будет там апнуть топ-1 или что-то в этом духе. Просто покажу вам колодки, которые я собрал. Колода номер один – это гейсты с айотсами 5 плюс 3, естественно. Там будут и более-менее стандартные колоды, которые я составил, и вот более такие мои авторские. Это одна из моих авторских, но, по всей видимости, реализоваться и не удастся никак, потому что расклады, мягко скажем, хуёвые. Как минимум, как бы Старса ебут гейстов, и Хураганы тоже такие еще, и помимо всего прочего, у меня 3 плюс 1. В общем, непростая задача передо мной стоит в первом же бою. Не совсем понятно, за счет чего выигрывать, как выигрывать. Вполне возможно, что придется играть как-то в три хода, сливая при этом кэширом в каком-то из раундов. Еще и не знаю, долго какой-то соперник ходит, что-то мне подсказывает, что игра вообще могла залагать, как бы, чтобы я тут не понтовался. Ну не знаю, может быть нет. Не знаю, может быть реально стоит перезапустить игру. Я, пожалуй, перезапущу все-таки игру, потому что что-то напрягает меня это. Серьезно поменяли систему карточек в том плане, что теперь в Паласе доступно последних 20 выпущенных карт клана плюс ЛДшки. Ну хотя на самом деле я так просматривал, там какие-то баны все-таки делались. То есть не просто 20 карточек, но баны все-таки делались. То есть даже те карты, которые были в той же политарене, они не все доступны. Далеко не все. К примеру, тот же Хан. Не знаю, там. Ладно, сейчас это не важно. Сейчас важно то, что непонятно, что делать с этой картой. То есть, естественно, что я могу просто взять слить условного кашира, но что-то мне подсказывает, что это... Не знаю, здесь надежда на самом деле всего одна есть. То, что там мало. Это единственная надежда, которая здесь есть. Не знаю, давай так попробуем. В надежде на то, что там две. Одна. Ну, слушай, так можно и выиграть в теории. Неплохо угадал, ничего не скажешь. Теперь осталось реализовать подаренную возможность. На самом деле не совсем понятно, как ее реализовывать. Допустим, Crazy Card он поставит, да? Да не, ну бред какой-то. Короче, просто надо как-нибудь вот так на 4 сыграть с Ректом. Предположим, он даже мне сольет карту. Это будет, скорее всего, Эль Мариарчи, да? Ну, он, скорее всего, ею сыграет. Допустим, он ею сыграет. 5-4. Ну, на самом деле, да. Даже, наверное, на 4 все. Ну, я не знаю, типа... Здесь что-то считать бесполезно, здесь только надеяться на удачу, вот могу реально сказать. Хотя, может, и стоило было бы от калькулейта какого-то здесь сыграть. Но если играть от калькулейта, он может спокойно Крейзи Карла поставить на 4 и потом все еще иметь шансы. Ну хотя, как сказать, потом ему придется ставить Эль Мариарчи. Я, допустим... Ну слушай, не, наверное, даже вот так я сделаю. Что-то мне подсказывает, что не все так здесь плохо, как я расписывал. То есть сейчас он, допустим, не сливает картонку, и потом его ждет сложная угадайка. Потом его ждет сложный. Да, мне кажется, это хороший ход с моей стороны. Блять, что-то залагало. В принципе, нихуя нового. Покажу, наверное, колоды 3, то есть каждой колоды по одному бою, просто чтобы показать все. Если у вас есть какие-то конкретные предложения, чем поиграть и так далее, пишите обязательно в комментарии. Да, отлично, он слил Эль Мариарчи. Ну, в принципе, дело за малым, по факту. Дело за малым, надо просто угадать. Чтобы перебить Ван Весселя... Слушай, может быть, кстати, надо было даже на 2 пробовать, но это слишком было бы, наверное.
Еще и на 2 тут выебываться вот это. Бы мне надо 5-4, я ему 2-5. Да, это нельзя было так делать. Сыграл сейвово, окей. Сыграл сейвово. Идет тенгу. Тенгу должен будет идти на 8. Тенгу должен будет идти на 8. А, так тут есть сплит. Тут есть даже сплит. И я буду, естественно, сплитовать. Я буду, естественно, сплитовать. Ну, естественно, блядь, этот долбоеб угадывает сплит. В принципе, кто бы сомневался, да? Какой-то рандомный хуесос, блядь, угадывает сплит, окей. Без Б, блядь. Ебучий даун. Ну, блядь, типа, no comments. Практически по энкам раскидать два хода, чтобы въебать на угадайке 2 из 3 для меня, то есть, окей. Блять, хотел же поменять колоду, естественно, об этом забыл. Но учитывая расклады, я в какой-то степени даже должен быть рад, что я не поменял деку. Потому что было бы мне здесь сложнее на другой деке, я думаю. Дженга делает очень большой объем работы, но надо понять, как реализоваться. Допустим, начну я с Аректа, это понятно. Что он будет с ним делать? Не знаю, здесь даже теория может слить из какого-то условного скини Боба. Потом начать с той же Дженнифер. Которая, ну да, кстати. Блять, только не лагай. Пожалуйста. Не знаю, может быть тогда я даже буду показывать по одной колоде типа в день. Может быть так действительно лучше, типа показать, на что именно колода способна, а не просто так. Показал колоду и на этом закончил. Не знаю, пишите в комментах свои точки зрения. На 2 скини Боб, окей, мне даже лучше. То есть один урон он сделал, по факту ничего не случилось. Поэтому окей. Конечно, существует некая вероятность того, что он теперь может угадать R2, но играть от этого, естественно, никто не будет. В принципе, да, блядь, даже, ну, на 4 точно могу пойти. На 4 точно могу пойти, на 4 и пойду. Угу. Пошел на 5. Насколько этот ход хорош для него? Кстати, это, блядь, он ровно угадайку сделал, гандон. Пиздец, блядь, сейчас еще одну угадайку солью, типа, найс видео получается. Сосал первый бой на 2 из 3, теперь 50 на 50. Тоже давай сосем. Ясно. Сосал 50... А, ебать ты дебил, конечно, братик. Ой, бля... Ну, повезло. Типа, там какой-то 0 IQ сидит, походу. Кичиться как бы победой нечем. Ой, блядь, не нечем, нехуй. Да. Ну, в данном случае победа есть победа. Как бы в прошлый раз я обсирал человека за то, что он выиграл. Тут я нахожу оправдание своей тупой победе. Не то, чтобы тупой, блядь, просто долбоеб как бы зарандомил 5 пилюль R2. Тут какую-то хуйню, ну, короче, долбоеб какой-то там сидит, объективно. Оператор какой-то нам попался, но здесь мне пизды дадут. Как бы контрпик. Фейки с пусями, это реально контрпик гейстам, потому что я проигрываю и по урону, и по силе, и по всем параметрам. Конечно же, чисто в теории здесь можно что-то поймать, но прям ультра маловероятно, мне надо, блять, что-то нереально вообще показывать. По факту нужно вообще пилить. Пилить как долбоёб.
Но, учитывая, что я не знаю, кто это. 3, 2, 5, 3, 8. То есть, если он мне вносит Crazy Lexa, он выигрывает, блядь, эту партию. То есть, по факту, там должно быть овер дохуя. Если там 0, блядь, и так далее, я, ну, мать его, просто ебал. Не знаю. Типа, он обязан пилить. Ебать, всего шестера. Ну, блядь. Ну да, чем лиц такими ходами. В принципе, бой не потерян, уже хорошо. Бой не потерян, уже хорошо. Ну, очевидно, что если он видит Лейса, он предпочтет либо слить в ноль под Лейса, либо пойти на две Джезебель. То есть смысла идти как такового на две мне нет. 4-5. 5-4. Ну, да. Я вот так даже предпочту пойти. На всякий случай, если он там... Ну да, в общем, на всякий случай, если он пойдет в ноль. Если он пойдет в ноль, то мне перебить его карту таким образом будет неплохо. О, заебись. А, что это обозначает? Это обозначает, что у меня есть 100% ничья в кармане. Но я, естественно, на ничью не согласен. Кто бы сомневался. Будем ебашить до победы. Ну, блядь, типа, такой рейтинг, что надо ебашить до победы. Суть в том, что... А, что ты делаешь? Дурак, что ли? Ну, теперь точно либо ничья, либо победа с таким твоим ходом, блядь. Ну, давай так. Окей. Сосать, братик. Типа, ну, разъебал просто. Вот это именно уже красивый бой. То есть, R1 прочитал, R2 прочитал. Все, вот это пиздатый бой получился. Без лишних слов. Ну что, наверное, последний бой. И, в принципе, хватит. Закрепим, так сказать, результат. 4, да, по 4 боя, я думаю, буду играть, потому что где-то там, по-моему, 5 колод составил, но, типа, сильно большие видосы я точно записывать не хочу. Это перебор. Блять, опять этот придурок, сука. Называется «За рандом пилюли», блять. А в чем проблема этого боя? В чем проблема этого боя? Значит, он должен первым ходом вносить мне айшу. Это просто очевидная хуйня. Допустим, ставит он ее на 4, я ему сливаю кэшира, делает 6. R2 ставит трэша. Да, там какие-то угадайки, блядь, начнутся. Да, короче, первый ход хочу взять. Но, типа, я не удивлюсь, если этот человек поставит, не знаю, мне рояду боя, но сейчас на 3 я вообще, как бы, скажу, я так и думал. Блять, только не лагай. По факту он должен обязательно ставить айшу первым ходом. Обязательно. Здесь другого варика нет. Типа, сливать карты бессмысленно в случае, если я сливаю кэшира. То есть, должна идти айша просто только на сколько? Я ценю айшу до 35. Айша до 35. Может быть, конечно, в 56 пойдет. Но, скорее всего, если бы я был на его месте... Ну, в 56. Потом, допустим, с трэша начинаешь. Хер его знает. Блять, ничего лагает. Залупа. Кстати, сори, если сильно тихо. Блять, что ты делаешь? Ой, бля, ебать, там 200 IQ, сука, сидит. Это пиздец. Блять, слить саботажа. То есть даже не трэш, а слить, а саботажа. Ебать, ты тупой, братик. Да. Делать 4 урона, я ставлю хача. Не ставлю хача и нихуя, блядь, не происходит. Ну не, в пизду, я, наверное, реально солью Лейса.
Да, хорошо, что я слил Лейсап, поэтому шансы у меня здесь вполне есть. Сейчас надо просто не затупить, называется. Факты здесь угадайка. Факты здесь угадайка. Мне придется как-то так идти. Да, тяжелый бой. Тяжелый бой. Отлично, выебал. Выебал. Ну, я не знаю, блядь, какой-то просто рандомный долбоеб сидит. Типа, найти логику в его ходах. Это, блядь. Из ряда вон выходящего. Ну, что я могу сказать? То есть стата 3-1, но по факту, блядь, первый бой я должен был тоже брать. Просто, ну, не повезло. Больше нечего сказать. В целом, колода уж точно работоспособная. Конечно, большой вопрос, насколько она приживется в текущей мете, так как в текущей мете довольно большое количество карт на блоке, плюс такие кланы, как пираты, найты, скилзы и так далее, они будут себя чувствовать комфортно, плюс такие дамаг-кланы, как, не знаю, там, фанги, ну хотя фанги скорее нет, вот берсы точно, и хунта точно, вот против них тяжело играть гейстам, потому что там по урону ты сажен, по силе ровно получается. То есть, ну, уверенность в том, что гейсты будут работать, нет, но колода точно работоспособна. Ну что, если вы хотите как можно быстрее новое видео, то ставьте лайки. Если мы наберем 25 лайков, точнее даже не так, как только мы наберем 25 лайков, я сразу же выпускаю новый видос. Вот на этом мы с вами условимся. Всего хорошего, good luck, have fun.